Всем привет! Буду сейчас разбирать дозиметры Юпитер 705. И красные, и желтые. Но у меня их очень много, десятков штук. Мне стало интересно, сколько внутри драгметаллов содержится. Ну, на какую сумму денег. Вот, и я решил разобрать отдельно красный и желтый и посмотреть, есть ли разница в драгметаллах. Ну и вообще в пайке и так дальше. Потому что схема одинаковая, но радиодетали разные. В зависимости от года и месяца выпуска и цвета дозиметра. Вот мне стало интересно, решил проверить. Ну давайте разберем. И, ну, курочить их жалко, потому что, ну, как прибор дороже стоит драгметалла, это безусловно. Но мне интересно, сколько именно сами драгметаллы стоят. Вот. Есть ли разница в желтом, красном и всех? Так, ну вот, я разобрал красный. Смотрим, какого года он. 91 год, 8 месяц. Смотрим, что здесь. Я покажу количество и размер КМ-конденсаторов. Покажу. Здесь в основном почти зеленые все. Вот такие маленькие и средние. Больших нет. Большой вот этот средний. Самый большой из них. Давайте посчитаем, сколько их штук. С этой стороны нету. Здесь. Три крошечных, три маленьких. 4, 5, 6 маленьких. Дальше. Два побольше. И один он большой. Ну, средний такой. Вот так. 6 маленьких. 2 штуки в 2 раза больше их. И один вот такой. Где-то 9 миллиметров на 8. 5F. Тут, наверное, все 5F. Сейчас посмотрим. О, лаком приклеены. Ну, все общая группа, наверное. О, да, лаком поприклеивались. Дальше, это простой конденсатор, ценности не имеет. Хорошо, вот такое количество здесь. Запомнили. У нас на этой плате, с этой стороны ничего нет, экран только. Здесь есть черные микросхемы, тоже покажу их название. И по названиям уже можете, любой человек может определить содержание драгметаллов. И эти микросхемы покажу название от выпуска. Так, а здесь каемок. Так, маленьких. Раз, два, три, четыре. И в два раза больше за них три штуки. Всего 7. Вот они. Так, где-то 5 на 5 миллиметров, эти побольше 3 штуки, а те маленькие, ну, 4 на 4 миллиметра где-то. Маленькие. Так, этот красный запомнили, как в нем. Давайте следующий красный смотрим. Год выпуска, 91 год, 3 месяц. Посмотрим, так же само все или нет. О, вот этот уже побольше, большой. Тоже общая группа 5F. Так, маленьких сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6 маленьких. 2 вот штуки в 2 раза больше за них и один большой. Вот так. И здесь 4 маленьких и 3 два раза больше за них. Таких самых. Так, хорошо. Один прибор я все равно, который с плохим экраном, все обкушу и взвешу их. Теперь желтый. Желтый года у нас 91-го, 12 месяца.
Здесь уже покруче. Здесь большая рыжая КМ-ка. В этом, смотрите. Вот она. Вот маркировка. А зеленых 3, 4, 5, 6 маленьких. И 2 штуки в 2 раза больше. И большая огромная рыжая. То есть эта рыжая здесь выигрывает. А на этой платье также 4 маленьких и 3 больших. Ну, в 2 раза больше. На этой платье так же, как и у всех. А здесь вот эта рыжая. Следующий. 92-й год, 3-й месяц. Смотрим. На этой платье также 4 маленьких, 3 больших. Эта плата с экраном во всех одинаковая. Здесь 3, 4, 5, 6 маленьких. 2 штуки. В 2 раза больше их. И одна большая. Вот 5F тоже. Ну, зеленая. Там была рыжая покруче. Следующий, 91-й год, 10-й месяц. Смотрим. 1, 2, 3, 4 и 3. На этой платье одинаково. 4 маленьких, 3 больших, как и везде. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь один дополнительный вот припаяли вот сюда зачем-то. 7 маленьких, 2 средних, 2 раза больше за предыдущие, и 1 большой.